Приветствую, дорогие друзья, с вами Дамир. Продолжаю брать три отметки на КВ1С. Пока таю, не знаю, полтора, где-то два часа, наверное. Нужно сделать 90% по отметке. Так. Включаем опыт, экипаж. Опять же трогать не буду, мне их мало, этих всех. Мало, то есть я лучше экипажа покачаю, где это мне нужно будет. Да. Так, статистика, все по нулям. Все, поехали. В бой. Нет, давайте лучше так. Не говорю, что я поиграю, словно там полтора часа и так далее. Давайте сделаем так. Час, не полтора и так далее. Сделаем так. Сыграем 10 боев. И за 10 боев результат будет, то есть именно 10 боев, именно будет ориентир не количество по времени, а именно по количеству боев отыгранных. Ну, я знаю, что 2 часа это 13 боев обязательно. Ну, не всегда, конечно, так получается, иногда бои бывают 15-минутные, один бой 15-минутный, если таких 4 боя 15 минут, это целый час получается. И тогда получается, ты все 15 боев играешь, 15, все бои по 15 минут играешь, то у тебя получается за 2 часа 8 боев. Но обычно по своему опыту могу сказать, что приблизительно играется 13 боев. Так, целый голду грузим. Бишоп-артовод. Это, конечно, не подарок, что артовод бишоп. У меня уэнов особо нет. Ой, мне сложно пробивать, нужно прям очень тщательно выцеливать. Ой, КВ2-то еще можно пробивать. Нужно бояться всяких классов. Могут быть там на фугасницах с кумулями и прочее. Ничего себе, куда поехал? КВ1. Приехали тут красные. К1, что все сдохли, потому что они красные. Молодцы, ребята. Охренеть, КВ2 пробил ОИ. Ууу, это было больно. Это капец, как больно. Я надеялся, сейчас постреляюсь, сам в борт постреляю. А в итоге, вот так вот. И сейчас добьет артовод. Сволочи, блин. Пробитие. Ой-ой-ой, как это было. Как это тяжело и непросто. Там стоит это ПТ, блин. Это гребаный КВ2 мешает только.
Все, сгорел. Сгорел, сгорел. О, кого два, еще один. Там стоит АТПТшка. Непонятно, где он стоит. Я просто все там отстрелял, перестрелял. ПЗ это... Давайте я фугас заряжу и потом ББ. Мастер. Ура! Сразу же мастера заберу в первом бою. И отметка стала 89%. Да, больше 2000 в сумме за этот бой. Получилось и мастера взял. Мастера. Ну, по КВ2, конечно, тут похерачил я. По пятеркам так неплохо. Покидал. Командир сломал. Класс, тут что? Гусеницу поломал. И штуку. Я его фугасом по нему кинул, гусеницу сбил. Неплохо. Неплохо. Да, штука 4 очень много накидал, именно благодаря тому, что его он не светился после выстрела. 89% на отметке с этого боя. 8-7-400 за 2К урона. Ну, на ЛТ, конечно, намного проще ВН-8 качать. Если вы хотите качать ВН-8, играйте на ЛТ. Ну что ж, поехали дальше. 89% на отметке. Блин, я тут... Хоть бы не испортил. Микрофон случайно задел. Переходник. Алекс 02-102. То есть он понял, что он с Башкирии. Правильно сказать, Республика Башкортостан. Как и я, кстати говоря. У меня же вон ВДРБ. Клан называется РБ, это Республика Башкортостан. В, не помню, что такое, Д, дивизион, наверное.
Вы как быстро бой загружается. Бой наконец-то. А по центру кто светить будет, если мы все едем как бы на гору? У меня, кстати, у Вейна здесь на КВ-1 очень круто стоит под горой, потому что у Вейна минус 7. На этом танке, к сожалению, я не смогу так же стоять, потому что у Вейна минус 3,5. Большая беда КВ-1С. Прям огромная. Ну, зато КВ-1С быстрый. Он, конечно, быстрее, чем КВ-1. Это как бы да. Это его прям такой плюс. Нифига тут подъехали пацаны. Слишком наглые. Пацан, лучше бы ты отъезжал. В один из как бы пушка не пускается, нужно, чтобы они как-то пытались сами выезжать. Так, я сразу голду заряжу. Мне здесь неудобно. Светить надо. Боже, сколько пацанов, ребят. Пацаны, попадайте, попадайте. Куча танков у них просто. Очень много на горе танков. Разбит триплекс. Видимо, снижено. Ладно. Так, переедем. Чтобы мы могли светить и при этом сами не получать. Приборы наблюдения восстановлены. Обзор нормальный. Там стоит просто пацан, и у меня проблема, чем пушка не пускается. Как могу, так и свечу.
Никого там не вижу, никого не сечу. Туру-туру-туру-туру. Так ты... Это такая сволочь. Мне этот гребаный СТРВ просто всего раскромсал. Просто всего раскромсал, гребаная стерва. Не пробил. Готов. Уничтожен. Элкова там. Вообще ни урона, ни света особо нет. Даже, ну, тысячу не сделал. Как быстро он умер. Не успел свестись. Артовод убил. Да. 900 получил в сумме. Плохо. Отметка, наверное, упадет мне даже. Наверное. Хотя я должен быть... Хотя мой бой этот должен заменить плохой бой, скажем так, прошлый. Да, отметка только выросла. Именно из-за того, что я какой-то свой старый бой заменил плохой старый бой. Таким более-менее, скажем так, нормальным боем. Именно из-за этого отметка выросла. Поехали дальше. Если играть на ББ, конечно, Кладенс фармит. Если играть на ББ. ББ вроде пробитие неплохое. Можно же играть, пробивать танки. Вот опять же, вот в этой ситуации, вот на горе, был бы у меня КВ-1, я мог бы играть намного эффективнее, комфортнее, и там от башни выходить, и стрелять, расстреливать, светить и так далее. А тут УВН не позволяют мне нормально выходить, стрелять, и ничего не получается. Если что, мог пытаться делать, светить, но, блин, я даже светить нормально не могу. Топ. Кстати, в топ такой, что, блин, у меня, может быть, даже противников-то нет. Просто я должен ехать вперед и убивать, реально, потому что я один тяжелый танк против Крусайдера. Блин, это опять варгейминг. Вроде как есть преимущество, но надо его, конечно, реализовать еще. То есть я реально могу просто ехать вперед на полу. Жму, скажем так, газ и все, убиваю, еду. Хотя меня все равно побивают танки. Я не бессмертный, так сказать.
АМХ-СР популярен, да. Пробил, о чем я говорил, типа. Начнет пробивать ведь. Блин, нужно как-то что-то делать. Нет, нет, блин, я горю! И меня подожгли! Черт подери! Сволочь! Я не ожидал, что здесь только танк стоит и не светится. Он не светился, этот сволочь! Понимаете? Я реально думал, что здесь только тайп и вот этот крусайдер. Я убиваю крусайдера и все, и бывает потом тайпа. А в итоге стоит лага, блин, тебя ждет. А я охренел, когда увидел лага. Не светящийся. На этой позиции. Вместо тебя Т-59 успел бахнуть, пробить. АМХ-40 потом еще тут там захерачил по мне. Лага. Ну, Т-59 меня в итоге поджег. То есть, Т-59, я, смотрите, Крусайдер смотрел не на меня, а Т-59 почему-то на этой позиции на меня смотрел, когда я выезжал. Очень странная ситуация. Матильда как бы должна вроде как всех убивать, но у него хп мало. Его как бы фугасом сушка может убить. Вот с этой стороны. Он промахнулся, Матильда промахнулась. Он мог его убить раньше. На автоприцел не взял. Капец. Ну ладно. Проиграем, наверное. Выключу, не буду я это смотреть. Увы, ах, поджог. Это, конечно, самое неприятное. Поджог. Вроде как я должен ехать был убивать, но они просто все углы зажали, тебе не давали выезжать нормально. И не подставлять. Там же красный крусайдер, там красный, не знаю, вот этот. Другой танк был, китаец, 4 уровня. Оба красные, ну блин, смотрят, стоят, ждут тебя, блин. Типа, ты давай выезжай, мы не будем выезжать. Выехал, а там еще лага стоит, там еще МХ-40 поместрил, но он, слава богу, не пробил. То есть, понимаете, куча танков и ждали именно тебя, что именно ты сейчас вот выедешь и подставишься. Просто капец. Какой-то киберспорт. И подожгли еще в том. Борта, конечно, этих, блин, советских танков.
ну, всей этой марки. КВ-1, КВ-1С, Т-150, КВ-3, КВ-4 в том числе. То есть эти борта, блин, которые все время горят, когда по ним стреляют, это, конечно, полная жопа. При этом все эти танки слепые. Ладно, подождем. Итак, ура, закончилось, а мы победили. Нифига себе, чудо какое-то произошло. Кто ж у нас там такой тащер? Type 95, что ли, тащер? Но один фраг он сделал, значит, кого-то все-таки убил. И арта вот, видимо, убил другого. Ладно, поехали дальше. Ни списка, воинов нет. Что делать? Я опять как бы на горочку поеду, конечно, воинов нет. Но там эту горочку как-то так выровняли, что теперь даже там танков, которые имеют башню, неудобно стоять, потому что корпус торчит. Поэтому как бы там танки даже без УВНов могут играть. Но проблема в том, что танк полностью торчит. То есть танки, которые там приезжают мимо этой позиции, они могут просто тебе силой откинуть и попасть. Потому что ты не стоишь от башни, получается. Только корпус все равно виден. Там, не знаю, танки, которые, у которых, не знаю, УВН, там, не знаю, минус 12, минус 15 могут, наверное, еще как-то стоять. Пытаться от башни. Но не все же такой имеют УВН. Бой начинается. Так, сразу голду врубаем. О, так, задача какая? Нужно где-то 1000 набахать. Почти 200 единиц. Урон, ну, 150 давайте рассчитываем. 150. Это нужно сделать 2, 4, 6, 7. 7 выстрелов надо делать. 7 выстрелов с уроном. Это раз проезжающего я смогу, возможно, дать. И все, да? Одного проезжающего, наверное, только. Может, два, три максимум. То есть, остальное это нужно скилл и везение. То есть реально должно в какой степени вести. У них все-таки довольно-таки неплохая команда. Все. Даже зеленого убили пацана одного, который ошибся. Что-то решил в центр приехать. Два урона, как бы халяву сделал. Тяжно, здесь тут еще не проехали, не успели.
Нет, здесь УВНов мне уже не хватает, чтобы играть нормально. Сквозь нас будет падать. Черт подери. А где мой союзник? Шкода, которая... Как он сдох? А, никто мне, конечно, не помог. Конечно, никто не помог. Низ там ничего не делал, стоял. Знаете, какая беда? Что наш гребаный Квадинс не попал в эту, блин, гребаного... Тогда свет пополам. И я тоже что-то там выезжал на прицеле, у меня там, как всегда, эти гребаные УВН, может, у него тоже самая проблема случилась. У него же тоже Квадинес. Эти гребаные УВН, из-за этих гребаных УВН, опять же, минус 3,5. Я не попал, блин, в тогда свет пополам. Мне пришлось еще терпеть стоять. Я мог бы тигры второго уже давно в борт пытаться стрелять. А тут еще, видите, он как раз сдох так, что тигр Порше этот, блин, за ним пытался, то есть я в борт не мог к нему нормально притереться. А в лоб я тигр Порше вообще не пробиваю. Ну что, зато сыграли на победу. Зато сыграли на победу. Все, 185. Тебя уже может сейчас Ахиллес победить. У него же альфа 240. Нифига себе. Приехал ИС, все проблемы решил. И он мне кажется, вообще на ходу стрелял ИС. Давайте посмотрим на ИСа. Будет ли ИС на ходу херачить? Сколько у него там боев? Да, 21к боев. Как бы не должен, вроде должен сводиться. Посмотрим. Не, на ходу. Дедовский вертухан. Будем все ломать, чтобы портовод знали, где мы едем. Его там нету. А, он там все-таки. Это наш артот, видимо, кинул. Я думал, это М44, я думал, кинул. Оказалось, что это наш артот кинул. Ну, вертухан.
Ну, здесь уже близко раз дистанция. Я думал, там будет привыкать уже херачить, но он не стал стрелять. Да, ну и когда нужна была его помощь, он вообще не приезжал. Когда мы начали рашить. Молодец там Кваденос, наш союзник. Единственный минус, что он не попал, блин. А у него долго когда его убили. Нифига он тут наколбасил. Так, по отметке 89%, как бы плохо. Плохо, плохо, плохо. Зато победа от ней. Поехали дальше. Еще 6 боев. До 90%, надеюсь, все-таки дойду. Угу. Одноуровневый бой. Карта, правда, такая вот. Так себе. Я бы здесь налево поеду. То есть, если бы я был бы с нижнего респа, я поехал бы налево, скорее всего. А с верхнего респа я поеду тоже налево. То есть, я не поеду в направлении ТТ, я поеду, получается, на другое направление, потому что там легче дефить это направление. А с того стороны, получается, дефить ту легче в какой-то степени направление. То есть, я не буду ехать вперед, типа, ого-го, эй-эй, вперед в атаку. Так, разумеется, я не поеду. Бой начинается. Что, буду играть на ББ? Давайте, реально. Поиграю на ББ. Сразу, знаете, первый не пробить, сразу голда. Бывает, такое бывает. Сразу же, при первом же не пробитии голда идет. В очередь. Нет там никого. По кустам. Что-то я упустил момент для выстрела. Я просто решил поблендить. Опять потерялся я. Не пробил. Вот. Лучше я голду зарядил. Потому что он стоял таким образом, что я его никак не пробивал. Блин. Все. Под калибр офф. То есть ББшки офф. Пробитие. Только голда. Пробитие. Может, зря я еду в атаку? Может быть, конечно, я очень с большим, очень, возможно, зря еду вперед сейчас. Могу очень легко и быстро умереть. Есть пробитие.
Оп-оп. Лай-лай-лай. Оп-оп. Лай-лай-лай. Где-то стоит ПТ-шка, да? Где-то стоит ПТ. Оп-оп, оп-оп, ла-лей-лей. Ла-лей-лей. Оп. Ла-ла-лей. Шо ж вы не пробиваете-то? Все. У них два тяжа никуда не поехало драться. Просто стоят на базе. Никогда это не делайте. Вы должны помогать своей команде. Вот, например, я приехал в жопу двум тяжам. КВ-1 и ОИ экспериментально. Просто приехал в жопу их убил. Если бы были бы эти два тяжа рядом, я бы такое не проделал, я там сам бы сдох. Восемьдесят девять и восемь по отметке. Пять из пяти победы. И урон, по крайней мере, 1000 есть. Поехали дальше. Я, кстати, говорил вначале, типа, буду на ББ, потом бэт зарядил голду, потому что, ну, вы сами видели, что мне очень тяжело играть на ББ, в том плане, что скорость полета сильно отличается. Мне очень тяжело примиряться с ББшкой, как я должен выстрелить. С подкалибром намного легче стрелять. Именно на дистанцию. Нужно выигрывать как бы вверх карты. Вверх. Вверх надо выиграть. Бой! В принципе, ББшками все пробивается. Срежу тогда ББ.
получил от Хелката, вор в законе. Еще раз получил от Хелката, да? Или от елки получил? Я очень боюсь. Ахалка там тоже умер, да? А эти вниз все поехали. У них там он экспериментально поехал вниз, все дела. Мы их тут сверху выехали. Вот я играл на ББ. Как много хп там. Все там хп не остается, да? У наших пацанов. То есть не у нашего, не у этих красных. Ух, нифига себе. И там все. Стюарт никак не сдержит. Чем ты подставился под сушку? Вот игроки. Ну дают. Как же долго грузится ангар. 90% на отметке. Кстати говоря, свой процент побед теперь на КВ-11 немножко выравниваю потихоньку. Поначалу у меня на нем жопа горела, победы не получали, сейчас как-то чуть-чуть пошло в лучшую сторону. 6-6. Да. Хочу вам показать на команду противника. Я тут случайно, скажем так, закрыл. Смотрите. Пол команд с нулем, сколько тут? 8 с нулем слилось у них. Матильда, одно пробитие. И так далее, в общем. Просто это просто такая жесть. У них просто не пошло. Так, еще 4 боя. Поехали. Ну я опять же буду стоять на базе, как в прошлый раз, и играть как-то от базы.
Но этот раз я, наверное, все-таки поеду левее, может быть, тяжи какие-нибудь пострелю, потом перемещусь. Все-таки тяжи едут, и ты с правой стороны как-то их плохо все, всех видишь. С левой стороны в этом плане легче, мне кажется. Главное, чтобы был свет. Ёлка у нас, конечно, не очень танк. Он 23 у него, ВН-8. Кто его может заменить? Т-67 может заменить. В принципе, да. У нас три Т-67, которые могут заменить. Так, я сразу подклибер заряжу, чтобы... Вот, у нас Т-67 вроде летит. Давать свет. Вроде бы летит. А, или нет, он не полетел. Т-485, поехал. Возможно, даст свет. И получится пострелять. Давайте займем позицию, удобную для стрельбы. Отлично, ёлка, молодец. Есть пробитие. Никого не светит, блин, 301П. Просто никого. Ну там что-то дерево упало. Воу. Но здесь уже мимо. А если сюда стрелять сейчас? Нет. Пробитие. Пробитие. Решил пострелять по К-85 на халяву, но не пошло. Видите, К-85 на него даже не смотрят. Я решил на халяву пострелять, но, блин, я по нему стреляю. У меня вниз как снаряд полетел и все равно попал каким-то чудом. Убили, убили. Куда наш К-85-то едет? Куда он в атаку едет? Оба-на. Yeah.
Каким-то чудом я его победил. Ой, у меня смех, наверное, такой, да, дурацкий. Цель понял. Видите, пушка не опускается. Тихо ставить. Все. Вот если бы у меня были бы УВН, я бы так не выезжал. А нормально бы стрелял. А я хотел пострелять еще. Наш 3485 вообще не просветил в вот эту перекатку. Получается. О! Под моим светом умер. Это КВ-1. Неплохо. Ну, вы мой смех, конечно. Услышали. Я редко скажу таким, но так смеюсь. Этот пацан на КВ-85 решил, типа, ща я тебя сделаю, такой выезжает, и давай меня, блин, на дыбы поднимать и сам дохнуть подо мной. Ой, блин, коры. Я с него никак съехать не мог, потому что меня продолжал толкать, я от него съехать никак не мог. А так я так думаю, ну ладно, бог с ним, толкай меня дальше. Ой, жесть. Блин, 18 кабаев, 49 поспорил. Ну вроде ты же нормальный, блин. Вроде еще более-менее адекватный парень. Ну что ж с тобой не так-то? Он меня еще не пробил. Давайте посмотрим, как меня не пробивали. Кстати, меня ЕВКшка не пробил. Гуслю. Бог с ним на этот бой. Чем он там закончится. Надеюсь, наш все-таки выиграет. Будет 7 из 7. И отметка вырастет. Давайте посмотрим, как меня не пробивали. Это удивительно. Чтоб КВ-1С не пробивать. Ангар, конечно. Я хочу ангар это поменять уже. То есть я жду, наконец, когда в модпаках появится минималистический какой-нибудь ангар, чтобы, блин, поменять этот ангар. Меня уже запарило, что он постоянно так долго прогружается. Так. Помни. Да-да-да. Давайте посмотрим. Это первый раз, когда он мне все-таки пробил. ББшкой. Потом мне он кританул. А вот он куда попал. Он хотел меня на гуслю посадить. В итоге он меня вроде как на гуслю посадил. Да, у меня гусля сбилась. Но смотрите, он меня куда попал в итоге. Он мне в борт не попал. То есть он меня хотел, видимо, все-таки гуслю сбить, как я ему. Но он не попал в гуслю нормально, скажем так. Хотя гуслю сбил. Но попал сейчас вот эту часть ВЛД. Из этого случился только крит гусли. Но без урона, потому что попал вот в эту клубную броню. КВ-1 меня... А, это Чель-1 меня... Да, я не успел отъехать, он мне в жопу киданул. Я тут... Он меня гуслю, видимо, сбил, да, я починился. И потом мне просто добил. Ну, здесь понятно, как бы. Добил. Дальше удивительно, знаете, что? Вот это вот. А, вот оно случилось, что случилось. Я пушкой танканул. То есть у меня пушка даже не сломалась. То есть он меня реально мог бы убить. Я думаю, я реально очень сильно удивился, как я, чем я толканул К-85. Вот чем. То есть это реально какое-то везение, чтобы в пушку пацан попал. То есть, во-первых, здесь везение, что он мне без дрона дал, попал в ответ, получается, наклонную броню, и здесь, получается, в пушку. И я тут по врагам, как бы, накидал. Вон. Вот это, конечно, очень сильно повезло, что я попал в него. Очень повезло. Вот это тоже, смотрите, какое везение, чтобы так попасть. Здесь понятно. Здесь реально мне повезло, что я еще пробил. Мог и не пробить. Это урон? Да, он ведь... Да. Корпус у него довольно-таки сильно посажен. Да, вот. Залетает в борт. Ведь мог, блин... Просто под гуслями прилетело бы и все. А так повезло. КВ-1. На гуслю его посадил. Пробил. Тут урон. Ух ты, тут чисто в башню упрыгнул. Ну, голдой стрелял, да, я. Опять же, с этим все ясно. Нормально.
Нормально пострелял. Е5. Смотрите, отметку у меня 91,4% после этого боя. 91,4%. Охренеть, как отметка выросла. Ну давай уже ангар. Прогружайся 7 из 7. Первая степень. Ну, стрелял все-таки по чужому свету, я в большинстве случаев. Не по своему. Поэтому так получилось. Наводчик. Да, я же сустоп попал действительно. Наводчик ему сломал. 12Т. А, он просто. Это без освета, я в сустоп попал. Вспомнил. Первая степень. Ну, опять же, повторюсь, стрелял по чужому свету, не по своему. Такие дела. Ну что ж, 91,4% на отметке. Еще 3 боя. У нас остается еще 3 боя. И потом в следующем уже видео мы будем обязательно уже 3 отметки добивать. Не знаю, сколько на это уйдет времени. Надеюсь, все-таки так же быстро произойдет. Надеюсь, так же быстро будем играть. Как сейчас. Действительно, сейчас отметка быстро, довольно-таки быстро растет. Иногда случаются такие неплохие бои. И реально, мне иногда нужно на КВ-1С терпеть и не ехать вперед иногда. Ну, например, на степях я мог также стоять сзади. Я мог бы наоборот ничего не сделать. И в итоге я поехал вперед, там помог двоих убить, потом посветил нормальненько. В итоге так получилось более или менее. А так, если я бы стоял сзади, наши просто бы выиграли, я бы не успел ничего в итоге сделать. То есть, тут нужно именно вот иногда так вылавливать. Повезет тебе или не повезет. И иногда реально, потому что хоть бы повезло. То есть, шансы 50 на 50. Вот в степях именно это было. У них 2 ТТ не светился, они могли быть где угодно. ПТшки у них могли стоять где угодно и кемперить. В итоге, что случилось, то случилось. Вот здесь, например. Я могу их поехать направо, но направо будут, скорее всего, ПТ-шки стоят. Лучше брать центр, но в центре играть сложно. Орды как бы нет, но есть ПТ-шки. Опять же. Ну, имею в виду там Т-67 и так далее, которые все-таки могут пробивать. Шкода все-таки есть. Какая-никакой. Средний танк неплохой, с хорошим пробитием. Не позволит сейчас здесь играть.
Чё ты какой-то наглый, пацан. Так. Блин, где ДВ-2 стоит, а, гад? Никуда ехать не хочется. Так, еще хедсер не светился, непонятно, где хедсер. Ну ладно, посетил хотя бы. Все сделал ради победы, блин, 5 фрагов. А КВ-1 внизу 6 сделал. Вот смотрите, он сейчас он больше меня настреляет, потому что он был внизу. Но у него броня лучше, конечно, играть внизу. Что я всех развалил сверху. Девяносто 1,8% на отметке. У меня пока еще ни разу не было, чтобы 10 из 10 у меня было. 10 боев, 10 побед. У меня несколько раз был случай, когда вот 9 боев, сыграл 9 побед, играю 10, у меня 10 поражение. Вот, о чем я говорил, блин, внизу играл, внизу, смотрите, сколько надамажил. Охренеть. 8 из 8. Но я более чем уверен, что это мне не продлится. Не продлится. Обязательно в следующем бою произойдет не очень хорошее. Не очень хороший бой какой-нибудь. Там с семерками, где ты ничего не можешь сделать, там куча ЛТ, какая-то открытая карта такая. Типа малиновки, знаете, вот малиновка, куча ЛТ. И тебя выносят просто в хлам. А, шестерки. Ну, из четверки есть, кстати, такой средний уровень. Полно. Смотрите, какие у меня союзники, какие там игроки. То есть по союзникам видно, что мы должны проиграть. Реально, вот, если посмотреть на моих союзников, мы должны этот бой проиграть. Значит, о чем я говорю? Я должен играть максимально аккуратно. Максимально аккуратно. Давай уже загружайся, карта. Сразу голду, разумеется, нужно врубать. Ну, как бы, можно на ББ, как всегда. Но здесь нужно, мне кажется, тащить. Бой начинается. Сразу центральную улицу надо захватывать как-то. Встать там от борта. И смотреть в него до посинения. На эту центральную улицу. Вот это вот. Вот как у Вэна крутые. Врываться особо нельзя вперед ни за что. Блин, там было КВ.
Куда он там поехал, непонятно. По мне стреляет. А как так рикошеты? Я, блин, кучу хп просрал. Потому. Мы вроде как выигрываем, но... У них, видите, так 58-й. Да, не урон, ничего, потому что я дрейфил, не хотел ехать вперед. Побоялся. Зря только использовал, я все равно до Хумеля не доеду. Да, бой ни о чем получился. Просто ни о чем. Я этого, блин, ВКшку сколько раз не пробил. 44%, блин. И он мне, блин, два раза всадил. Я потом начал бояться то, что, блин, мало ХП, начал бояться. Потому что есть еще и Тай-58, на который нужно переиграть, если что, вдруг. Кстати, я думал, что мы проиграем, но они как-то очень плохо сыграли, прям вот вообще плохо. О, офигеть. Очень плохо, просто они все как-то встали в деф и типа, давайте езжайте. А мы как бы приехали и начали их убивать. Потому что у них все-таки там ПТ-шка поехала вперед, ПК-шка все-таки вперед поехала. Так, поодиночку начали, отдались они. Мы преимущество получили, дальше поехали, давай всех ломать. Мы еще зеленку выиграли, они зеленку отдали. Никто толком не пострелял даже. Ну, Т-68 посетил, пострелял. Немножечко. У них там 58-й, да, пострелял. Стоя в дефе. С фугасом по мне дал. Надеялся с фугасом пробить. Неизвестно. 91,8. Отметка так и осталась. Ну что, 10-й бой.
будет ли у меня 10 из 10 побед? Вряд ли. Пока у меня такого еще не было. Кстати, смотрите, я пофармил 100 тысяч серебра. Ну, это спасибо Wargaming за вот эти всякие акции. Так бы фиг пофармил. Вот эти, видите, боевая задача 10 тысяч. Видите, у меня был бы тогда минус. Только благодаря вот этим 10 тысячам и прочим. У меня они накопились. Это серебро накопилось. Потому что все-таки голду стреляю. Ну, по крайней мере, ну, с прим-аккаунтом, разумеется, если играть и использовать там ББ голду, можно минус не уходить. Но, разумеется, если у вас нет прим-аккаунта, то, играя чисто на ББ, вы будете в плюс выходить. Вы не будете минус уходить, играя на ББ. Ну, иногда голду заряжать, иногда. Там, не знаю, 3-5 штук возить голды на всякий случай. Когда вот вам нужно, блин, 100% какого-то чувака пробить, вы уверены, что ББшку вы точно не пробьете. Например, встретился вам ОИ 6 уровня тяжелый танк. Вы уверены, что вот все, ну да, ББшка его просто в лоб никуда не возьмет. А под калибром есть еще шанс пробить. Куда мне тут ехать? Что мне тут делать? Что-то у нас никто вверх не поехал. Там ОИ как-то без света кинул. Т-37 это все стоял и светил все это время. Ах, не успел я выстрелить. Я не попал, к сожалению, блин. На отпуск кидал, не успел просто я нормально встать. Как всегда это бывает. Но мы вроде выиграем, то есть у них куча ТТ встала в одну позицию. Наши КВ-2 вон что-то не суются, никуда не едут почему-то. Вот сейчас... А, они кого-то убивали. Какую-то мелочь его убили. У них же КД долгая. Ну все здесь как бы. Ой, здесь не выживет, там висит М4, будет сейчас ему в борт кидать. И артоводу тут закидывают. Я не дожил до этого момента. Кстати говоря, мы выиграли, ребят.
Это ж победа будет. Это будет 10 из 10. Это впервые в жизни у меня такое. Если я поначалу ругал Квадян, что мне на нем побеждать не получается, то вуаля, у меня тут 10 боев, 10 побед. Ну, правда, с командой, можно сказать, повезло. В данном бою точно, потому что я здесь ничего толком не сделал. Хотя, тоже я здесь стоял в центре и мешал, скажем так, их тяжам переехать вот эту дорогу. Да, но я в этом бою ничего не сделал. У меня отметка должна упасть. Зато 10 боев, 10 побед. Уху. Реально, это впервые у меня такое, что за 10 боев играть, 10 побед. Отметка 91,3% после этого боя. И я пофармил. Играл на ББ. Да. Реально. Урон просел. Блин, меньше 1000 стало, это обидно. Но в сумме-то все равно 1200. Почти 1300 в сумме. Да, 10 из 10. Офигеть, конечно, офигеть. Такого у меня еще не было, чтобы 10 из 10 было. 3000 воин 8. 91,3% побед. И смотрите, я процент побед на Квадинс выровнял до 50. Значит, если помните, у меня было 46%. Стало 50. Выровнял процент побед. Еще средний урон немного приподнял. Ну что ж. В следующем видео будем идти уже к 3 отметкам. На этом все. Всем спасибо. Ставьте лайк за то, что получилось 10 из 10. Всем спасибо. Пока-пока.